Здравствуйте, это канал Максимадзе, и не так давно было летнее солнцестояние. День летнего солнцестояния, если более правильно называть. И в честь этого когда-то очень давно выпускался в Angry Birds Season эпизод под названием Summer Picnic. Да, я немножко опоздал с этим днем, но тем не менее давайте сыграем его. Здесь все уровни изначально открытые, также я одно яйцо заранее, видимо, открывал, не помню зачем уже. Ну, в общем, давайте проходить по очереди уровни. Начнем с первого, конечно же. Кстати, этот эпизод был в Angry Birds Chrome. Мы его там проходили. Но там уровни закрытые были. То есть они не открыты все изначально, а там по очереди открывались. И там их было на 2 штуки, по-моему, меньше, чем здесь. Там было 28, тут 30. Какие конкретно вырезали, не знаю. Не сравнивалось особо. Уровни не такие запоминающиеся здесь, тем не менее, как, например, в первом эпизоде оригинального Angry Birds. Ну или второго, может быть, уже эпизода. Запоминающимися они разве что могут быть для тех, кто много-много-много играл в Angry Birds, и уровни все прям запоминает на отлично. Но, к сожалению, уровни из Angry Birds Seasons для меня сложны в запоминании. Их очень-очень немало. Ну и классикой для меня, как и для многих, конечно же, остается это обычный Angry Birds, не Seasons. Самая первая, самая обычная. Так, значит, третий уровень. На третьем яйце, ой, этот, на третьем уровне есть золотое яйцо, чтобы его раздобыть, оно уже раздобыто, нужно вот так вот стрельнуть и четко вдоль стенки попасть яйцом. Вот видите, не получилось. Тоже не получилось, надо именно вдоль стеночки. Ну, чуть-чуть. Да что ж ты будешь делать? Ну как-то примерно так. Давайте уровень проходить. И таким образом яйцо появится у нас. Хорош. Собственно, эпизод летний такой, действительно жаркий. У нас тут в Новосибирске аномальная прям жара. В духоте сидим. Вот и приходится в деревне побольше времени проводить. Там кайфово, а здесь в городе не очень как-то. Душно вообще. Даже вентилятор толку сильно много не дает. Ну как, конечно, дает охладиться, но не это. От полной духоты он не спасает, конечно. Это не так сложно было, в принципе. Какой уровень у нас? Шестой. Шестой, а еще одно золотое яйцо у нас есть на 14. Если в третьем... На третьем уровне хрен догадаешься, что там яйцо есть, надо будет снять. Ну, кто реально догадается это сделать? То там яйцо видно прям... Там, немножко за углом.
Сразу можно практически его там заметить. А вот в третьем уровне я не знаю, как нужно было, как нужно вообще догадаться, что там яйцо есть. Что ж ты с ним будешь делать? Сейчас добьем. Вот так. Хорошо. Неплохо, неплохо так. Пончики. Пончики. Кто любит пончики, пишите в комментах. Вот такие розовенькие я как-то пробовал пару раз. Что-то они мне не понравились. Но я как-то пробовал очень-очень давно с... Такие шоколадные такой глазури пончики. Вот они мне прям понравились. Причем из Икеи. Из Икеи понравились шоколадные пончики. А что-то в местах они мне как-то не особо зашли. Именно икеевские вот. Но в Икее также были розовые. Вот они что-то мне не зашли. Вот шоколадные вообще самые прям то. Кайф. Прочный трон у него, видимо. Фигня. Кстати говоря, она был анонсирован не так давно мультфильм под названием Angry Birds 3 в кино. Вот была первая и вторая часть, и, честно говоря, я даже не ожидал, что будет третья. Это будет очень здорово, однако мультфильм, скорее всего, не получит русского дубляжа из-за санкций. Хотя... Может быть, его и сделают. Для Казахстана, возможно, будут делать. Для России точно не будут. Ну, русский дубляж, он как бы возможен для Казахстана. Так что надежды не утрачены. Но тем не менее. Если он будет в российских кинотеатрах, его будут крутить, то только под замаскированием какого-нибудь предсеансного обслуживания. Как это со многими мультфильмами, фильмами делают на сегодняшний день. Выйдет в 2025 где-то. Пока показали лишь небольшой тизер, где Ред просто влетает, летит на рогатке куда-то. И все, больше ничего там не показали. Чё в этом мультфильме будет, неизвестно пока. Какой там сюжет. Пока ничего этого не известно. Но, когда он выйдет, я обязательно посмотрю. На первую и вторую часть я ходил в кино. Они выходили в 2016 и 2019, соответственно. Еще раз давайте. Не очень. Как это получилось? Окей, сойдет. Оба, хорош. Какой-то шарик. Это, наверное, этот коллекционный предмет новый. Даже забыл. Ну как бы вот он. Шар же.
коллекционный предмет, квест, блин. И мы получили что-то. А хрен его знает, что я получил, нет, я не знаю. Ну вот, а так уровень был довольно несложный. Да что ж такое, а? Так, отлично. Отлично. 3 звезды. Игра со мной, значит, согласна, что это отлично. Хорошо. А вот и яйцо. 14 уровень, соответственно. Ну, нужно как-то чаком туда долететь. Но нет, не совсем так. Нам надо именно камни туда хрен сваришь. Надо именно эти. Надо чак запускать вверх, чтобы он каким-то образом сюда долетел. Маловато. Чуть-чуть перелетел. И вновь перелетел. Попал. Хорошо. Оба яйца у нас теперь есть. Наверное, все-таки надо эти сначала поломать. Да что ж такое? Да, блин. Я лучше бомбу напихаю дополнительно. Но от одной из них толку, конечно, не будет. И вообще толку не будет. Еще раз. Ой, так-то получше.
Что-то как-то не особо помогают эти взрывные штуки. Ох, клубничка-то сколько, а? Просто яхта плывет в ней даже. Но клубничка, видимо, пластиковая. Не настоящая, судя по звуку. Жаль, не в динамит, а так вообще было бы, был бы офигенный этот удар, попадание. Сообщение пришлось сейчас прочитать, извините, не могу. А может и могу. О, щетка. Вращающиеся цветы. Блин. О, космический уровень. Космический уровень. И причем здесь отличается гравитация. То есть птицы могут лететь выше и дальше. Надо было чуть-чуть выше. И предметы отлетают все с такой же гравитацией. Но мы все же из космоса вернулись обратно сюда. По-моему, как раз таки этого уровня не было в Angry Birds Chrome. Я не знаю, как я от таких вот... Но, видимо, очищаться должно было это. Хорошее попадание, отличнейшее просто. Так. Динамита 3 штуки там. Так, ну неплохо. О! Тут есть у нас свин, который в шляпе из Go Get Green Lucky.
Go Green Get Lucky. И монетки оттуда же. И свин с бантиком, как Fox and Kiss. Я не мог ничего сделать. Не просто будет. А! Она уже не нужна. Так, все. Это читерство не считается. Оно. Я его не успел еще использовать. Но разрушилось все-таки. Батуты, блин. Для того и созданы были, чтобы тут прыгали и ломали все к чертям. Вот так. Так. Пикничок здесь. Воздушный змей, который немножко мешает. Яйца нужно. Так. Ну-ка, давай. Сложный немножко уровень, потому что... Чё-то как-то... О, он сам упал, что ли? Вот. Дальше. Тоже как-то не это... А, подождите. Чё-то я не туда смотрю. Нужно же это. Чак же не ломает стекло или лед. Не знаю, что это так конкретно. Попробуем, сейчас попробуем добраться до динамита. Хорошо. Так. Вот чаком куда подальше стреляем. А этими... Знаете, что сделаю? Вот так проще будет попасть.
нас тут. 4 динамита внизу. В смысле, я же следующий запустил. Не так много осталось, давайте закончим побыстрее эти уровни. Сломать бы дощечку. Вот так. Чтоб посыпалось все сверху. Во-во! Красота! Так вот. Еще одна попытка. Да ну его. Да этих что-то не хочет долетать. Тут на высоте немного. Крыша бьет, а мне надо ближе к динамиту. Вот так. Типа вот это, типа это вода такая, да? Это показать хотели на этом уровне, я так понимаю. А вот и финальный уровень. Финальный уровень номер 30. И 30 минут потратил я, кстати, на это, чтобы добраться до этого уровня.
маловато птиц, наверное. Чё-то как-то не катит немного. Такое, что-то плохо попадает. Ладно, уж так сделаем. Окей. Ну и еще два золотых яйца у нас осталось. Давайте посмотрим первое сначала. Первое, да, снова уровень в космосе. С вот такой вот гравитацией интересной. На уровнях с яйцами пауэрапа использовать нельзя, так что обходимся без них. Ой! Нажал случайно. Давай! А, тут оказывается этот, еще один, так что ли, был. Это я сейчас проглазил не туда. А может лучше сюда сначала попасть, потом уже. Что-то немного сложновато. Не кажется ли? По микрофону долбанул случайно пальцами. Ничего, второй уровень золотого яйца. Вот он представляет из себя цепную реакцию. И она не пошла, потому что динамит почему-то не взорвался. Причем эти рушатся этим. И мороженое делается. Уровень красивый. Но остался один свин у нас в живых. Я его не увидел.
физику просто в более новых версиях изменяли, поэтому не очень удобно поэтому было. Ну вот, сейчас прошли. Ну, этот эпизод на 3 звезды надо проходить все уровни, чтобы открытие делать этого не буду. Поэтому на сегодня давайте закончим. Счастливого всем лета, так сказать, хотя уже скоро будет середина, наверное, его. Спасибо за просмотр, с вас такой подписывайтесь, меня эпичный видос, подписывайтесь на мой блоговый канал, с вами Дерву ВКонтакте. Всем пока.